Всем привет, ребята! Нахожусь сейчас в районе Пигтаун Балтимора. Пигтаун — это типа Хрюшкин город. Не будем оскорблять город свиней. Видимо, я заблудился. Не могу понять, куда мне идти. Ну ладно. Ага, Хрюшкин город, точно. Пойдем сюда. Видимо, адрес все-таки правильный. А какие дела у меня здесь, я не скажу. Волонтерские, скажем так. Ладно, фотки добавлю в пост, посмотрите, что за Пигтаун. Короче, ребята, всем привет. Я нахожусь сейчас в Пигтауне. Покажу вам сейчас квартирку, которую хотят отремонтировать. Не знаю, что у них выйдет. Короче, смотрите, блин, здесь прям все полный бомбеж. Я, конечно, видал хреновые объекты, которые требуется отремонтировать, но тут, короче, все потеряно, гниль полная. Вау, просто гниль. Сейчас все ломаю здесь, крушу, много ума не надо. Ну да, это уже все сломано. Моим напарником. Я даже не знаю, где тут что располагается. Боюсь провалиться куда-то под низ. Лесенка. С нее только еще в сторону осталось упасть. Тут явно нужны перила, чтобы не долбануться башкой об эту перекладину. Ну, сейчас такое здесь все удручающее состояние. Шкафчик. Отопление классическое, прям такое, никаких ветродуев, вентилятор, все сгнило, все текло. Я не знаю, сколько на этом объекте проведу времени, но дел тут очень-очень много. Еще окно какое-то наверх, дополнительный свет. Короче, да. Как-то так, жесть. Бля, чуть не провалился. А таз просто. Такая классическая американская ванна. Толчок. Весь грязный, бля. Ну а что вы хотели? Здесь уже долгое время никто не живет. Глубокая ванна маленькая. Наверное, тут кто-то когда-то песни пел, когда мылся. Для лекарств. Большое зеркало. Ребята, всем привет. Иду и боюсь, блядь, провалиться. Просто жесть. В таких вот шкафчиках обычно прячутся вот разнообразных маньяков-убийц, если они в дом проникают. Ну и вот вид на улицу. Не знаю, во сколько ремонт этот встанет. Ну, видимо, у хозяев есть огромное желание продать эту недвижимость. Но я, наверное, пойду заниматься дальше своим грязным делом. Вау, говорю, голову бы тут не разбить. Вот, работы предстоит очень-очень много. Но, как говорил один человек, которого я знал лет 15 назад, глаза боятся, руки делают. Кажется, так. Не знаю, проще этот дом сломать. Проще этот дом сломать и построить новый, чем ремонтировать. Короче, как-то так. Такие дела. Будем двигаться дальше. Ребята, а это подвал. Как я и предполагал, эта часть дома самая чистая. Жить, конечно, здесь нельзя. Что-то складировать можно. Но если не боитесь, что вся эта часть рухнет вам на голову. Газовое отопление, все дела, счетчик. Да, все требует ремонта. Ну, долго здесь задерживаться не будем, поскольку кроме как работы, я хер сюда спущусь. И даже не хочу знать, что это за треск раздается у меня над головой. Пойдемте наверх. Всем пока.
Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, кидайте донаты. Пока. Короче, покидаю я район. Свиной город этот. Хрю-город. Город Хрюшки. Пошел на остановку. Поволонтерил. Маленько. Хватит на сегодня. Ну, такой себе район, скажу. Такое ощущение, блядь, что тут все вымерли. Не знаю, с чем это связано. Ой, устал сегодня, блядь. Прошу прощения за русскую речь такую. Охота баночку пивка выпить, посидеть перед телевизором. А вот он, ребята, символ Пигтауна. Хрюшкин город. Вау, Пигтаун. City.